be strong and have a good courage and never, never, never give up. Follow you now. Follow.
Сейчас я немножко расскажу о своей подготовке, конкретно какие продукты я использую во время подготовки к соревнованиям. Конечно, мои соревнования никогда не обходятся без БЦА. Мне больше нравится, конечно, в порошке, потому что он быстрее усваивается, то есть я фактически его пью сразу перед тем, как я иду на тренировку. Аминокислоты. Еще один хороший источник белка. То есть аминокислоты также использую в подготовительный период перед соревнованиями. Когда идет подготовительный период, не всегда от большого количества белка не всегда хорошо работает желудок. То есть для того, чтобы желудок работал получше и не было такого неприятного ощущения, у САН есть такие неплохие пробиотики, которые я пью в подготовку, чтобы лучше было пищеварение. И, конечно же, протеинный заряд. Всегда в подготовительный период использую именно изоляд. 0 сахара, 0 жира, 0 углеводов, 27 грамм белка. Это круто. Межсезонье. В межсезонье, конечно же, тоже протеин, но уже не изолят. Выбираем что-то повкуснее. Мне очень нравится Platinum Whey, особенно с шоколадным вкусом. То есть это один из тех, которые я использую в период, когда я отдыхаю от соревнований. Также, если речь идет немножко о наборе массы, и именно что-то для того, чтобы поесть на ночь, этот вариант от Рони Колумана очень-очень-очень мне подходит, к тому же со вкусом шоколада и печеньками. То есть для таких сладкоежек и любителей покушать, как я. Также в межсезонье спокойно использую притренировочные продукты, так как не всегда хочется заниматься, если честно. И для этого, конечно, нужно настроение. Вот этот от Muscle Mind No Bull очень хороший притренировочный продукт, который, в принципе, я начала использовать, мне очень нравится. Перед межсезонье также использую еще один продукт от Рони Колумана притренировочный, это Миоблиз. Хорошо дает силу и энергию продуктивнее позаниматься. Еще есть очень хороший продукт от МХП, который помогает набрать немного мышечной массы тем, кому это необходимо. И в принципе, чем хороший именно этот продукт, тем, что для гейнера у него достаточно большое количество белка. А еще одна новинка в Латвии, которая уже давным-давно есть в Baker Nutrition, это говяжий протеин-изолят. Он хорош, кстати, тем людям, которые организм не усваивает лактозу. Если вас заинтересовал какой-то из продуктов, смело заходите на наш веб-сайт www.bakernutrition.lv, где вы можете получить подробную информацию о каждом из продуктов. Спасибо!